Вы слушаете радио Болткома. Утро на Болткоме. И еще раз всем здравствуйте, доброе утро. Продолжается «Утро на Болткоме». Есть виды искусства, которые обходятся без слов. И, собственно говоря, может быть, покажется парадоксальным, что говорим мы об этом, но, тем не менее, вот говорим, рассказываем, анонсируем, тем более, что очень долгожданное событие, к сожалению, не состоявшееся в апреле, но которое произойдет в октябре, это Балтийский фестиваль балета. И сегодня в нашей студии президент вот этого фестиваля Лита Бери. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Ну, может быть, действительно начнем с того, что вот с хорошей новости, а то, что не смогли посмотреть, то, что не состоялось в апреле по всем понятным причинам, все-таки это состоится в том же объеме, в том же, какие мероприятия ожидают, концерты, выступления зрителей. 26-й международный фестиваль Балтийского балета. Такое длинное название, но я хотела все это назвать. Мы держимся уже 26 лет, буквально держимся. Начали в 96-м, первый, когда спрашивало общество, а что это такое фестиваль? Мне так кажется, сейчас все уже только фестивали. Сейчас нет ни концертов, ничего, только фестивали. Это и хорошо, да, это объединяет виды искусства, да. У нас данс – это танец, балет, пантомима, хип-хоп, неоклассика, джаз – все объединяет, очень да? Широкий, это такой действительно, очень широкий. И наше мото нашего фестиваля, как всегда, в эти длинные годы, от классики до авангарда, я показываю интересные труппы. Буквально весь мир был у нас в Латвии, да? И я горжусь этим, что я могла показать такие интересные вещи. Это как образование, можно сказать. Люди много что узнают. Да, разве такое есть? Вот как они там так развиваются? Вот что у них такое интересное, да? Не говоря уже о программе этого года, которая очень богатая. У нас есть три такие акценты на спектакли, концерты. Три спектакля, да, акцент на Дэвид Бови. Это легендарная компания Complexions из Нью-Йорка, первая компания Америки. Я тоже горжусь, что они хотят сюда приехать второй раз уже. Первый раз приехали много лет назад при полном, переполненном зале оперного театра. Вот, и сейчас будет ВЭФ «Культура Спилс», да, и это очень хорошая сцена после реконструкции, да, это прекрасно. И Дэвид Бови действительно будет звучать, и Complexions будет танцевать. Ну, чтобы гениально. Было всем понятно, что Дэвид Боуи, в общем-то, ушел из жизни, это будет спектакль по его посвященный, да. Дэвиду Бови, да. И эта компания родилась в 94-м году. Два гения создали Роден. Роден такой, да, хореограф такого. И тоже гениальный исполнитель этой труппы. Ну, да, родилась вот эта компания. У них объединяется очень многие танцевальные стили. Они развивают такой, ну, спектакль большой и очень много систем. Значит, танцовщики должны иметь очень много техник разного стиля танца, да, и на этом они, это и пуанты, да, то, что классики танцуют, да, это и джаз, это и, вот как я уже вначале сказала, это Muslim like contemporary dance, как говорят в мире, да, contemporary ballet, так говорят в мире сейчас, да. И вот это их объединяет, и 15 танцовщиков, да, это очень много, труппа большая, ну, чтобы танцевать хиты Дэвида Бови, это нужна сила. Сила и актерская, и шарм сценический, и техника, да, это все у них есть. Я очень рада, что они здесь.
Второй акцент очень важный тоже – это звезды Балтийского балета. Что мы знаем о звездах Балтийского балета? Что мы знаем о Литовском национальном балете? Что мы знаем об Эстонском балете? Мы как будто бы вместе, но мы такие разные. У нас акцент все-таки больше на наши классические большие спектакли. Литва тоже идет в этом направлении. Сильные танцовщики, да, но уже начинаются такие международные компании, можно сказать. Очень много танцовщиков из с других стран, из Европы, из Америки, да, из таких. Значит, мы уже не только мы, но мы уже такие интернациональные, можно сказать, да. Но где придержи, слава богу, мы удерживаем Латвия, Литва и Эстония. Тоже удерживает гениальную все классические шедевры, балеты, главное. «Лебединое», «Спящая», «Жизель», «Корсар», «Дон Кихот», да, вот такие. Это нужно очень такую большую силу, чтобы труппа удержала бы эти классики. Это, во-первых, дорого, чтобы сделать такие большие спектакли. Так, Эстония немножко идет на эксперимент, на модерн, больше это всегда. Май Муртма, это гениальный хореограф, да, который, мы всегда восхищались ее спектаклями здесь, да. Вот, и это будет фрагменты из... новых спектаклей в каждом театре. Лучшие танцовщики приезжают здесь, да? Так что я очень рада показать их. Это будет тоже там же, в том же помещении? Это будет в ВЭФ «Культуры Спилс». Это будет 10 число. Мы фактически, это уже вторая половина фестиваля, да? 10 число. Это будет забавно, интересно, да. И третий акцент? Вы сказали, что три акцента. Три акцента, да. Третий акцент. Мы начинаем с интригующие дуэты. Интригующие дуэты, почему так? Это абсолютно гениальные дуэты, чтобы удержать публику. Два танцовщика, да, это нужно иметь абсолютную тоже владение сценой, актерское мастерство, рассказать рассказ и в час, например, да. Это, хочу акцентировать, компания «Seiko», Литва. У нас почти ничего нету здесь, в Латвии. Мы еще отстаем от этого. Contemporary Dance, Laikmatī Gadeja. Вот, они очень сильно развиваются именно в Вильнюсе, в Клайпеде, в Каунасе. Всюду есть такие интересные компании, много интересных танцовщиков, да. И они Seiko Dance показывают. Вот отношение людей в танце, как мы сейчас общаемся, что значит электроника, вот компьютеры, телефоны, все. Но как познакомиться, как сделать вообще между двумя людьми? А контакт, любовь, да, и вот это они показывают, отношения наших людей, да, как мы существуем. Это танцовщики из Нидерланда и литовская танцовщица. Этот спектакль получил гран-при в международном фестивале, который мы показываем, да, я очень рада, что они здесь. Я сама работала много в Литве и поставила 4 спектакля в Литве, да, такие неоклассические больше, да, очень разные. Я, так сказать, контакт с Литвой у меня очень хороший. И свою дипломную работу, окончив Московскую театральную академию, да, я тоже делала в Вильнюсском национальном балете. Так что многие такие отношения. И Франция. Франция всегда восхищает нас, да, очень последний такой стиль у них тоже объединяет классику, современный танец, хип-хоп
и так далее. Это у них такой синтез, такая мода, да. Уникальные танцовщики, которые рассказывают свой рассказ именно в этом стиле. Это большая экспрессия, во-первых, да. И ну, очень интересно смотреть на двух молодых актеров, такие джинсики, джинсики у них такие в обтяжку, да, и что они там делают на сцене, но это прекрасно, удивительно, это мы еще не умеем. Когда это будет? Это будет 3 октября здесь в Риге и 6 октября Прелю Культурс Центрс, с которым мы уже работаем много лет вместе. Вот, кстати, сказать о географии. Фестиваль пройдет, состоится показы не только в Риге, но и в Резекне, ну, обычно. В горе. Да-да-да, эти города на слуху. Почему именно Прейли? Чем Прейли так выделяется на карте Латвии? Ведь все, какой человек работает, потому, почему я здесь, в радио, на балконе. У вас есть интерес к этому, да, вашей публике есть интерес к этому. Вы рассказываете новое. Вот Прейли тоже хочет показать что-то новое своей публике. Вот большой регион вокруг Прейли, да, там тоже и Резекне, это Латгалия больше, да. И вот эти люди очень любопытные, всегда залы полные там. Очень интересно там работать. Да? Сейчас в Резекне мы работаем и в Вентспилс, и в Цесис. Всюду есть новые концертные залы, потрясающие, да. Еще только в Риге нет, нам негде выступать. Но это уже другой вопрос, мы можем очень долго об этом говорить, да. Вот Complexions, американцы, да, тоже выступают в Резекне, там уже давно нет ни билетов, ничего. Так что вот такой в регионах очень большой интерес об процессе искусства. Там всегда полные залы. Насколько я понимаю, что не только концертные выступления, но также и выставки, и специальные кинопоказы тоже вот в да, рамках фестиваля. Да, да, каждый фестиваль мы показываем интересный фильм о каком-то большой личности в хореографии или в танце, в балете, да. Сейчас будет из Германии об одном хореографе сделан фильм, и тоже потрясающе. Я видела несколько его спектаклей. Он сейчас работает в Германии, в Кёльн. И, это об его искусстве можно говорить очень долго и интересно, и красочно, и бесконечно. Так что это нужно посмотреть об этом гениальном американском хореографе. Это будет 12 октября? Это будет, да, мы заканчиваем фактически фестиваль вот в Splendid, маленький зал. Внизу такой хороший, с хорошей атмосферой, да. И вот там мы показываем это. Две выставки, одна эстонцы. Они сделали выставку, Мешков сделал такую выставку «Ковид в эстонском балете». Что они делают, как они себя ведут во время ковида. Эстонский балет на карантине. На карантине, на ковиде, как мы хотим это называем. Да, это на таких больших полотнах сделал фото. Вообще гениально, как, например, нога там в шпагате наверху, да, у одного танцовщика. И он там что-то в кухне на газике, что-то делает какой-то себе. Но это действительно репетиции так. Репетиции на удаленке? Репетиции на удаленке. Это кошмар, что вообще этот ковид сделал с искусством. Очень много что уничтожил. Возвратить это, особенно вот эти искусства, как наши, балет, танец, да, цирк или что-то такое, да, это все останавливает, сколько ты можешь себя удержать в форме. Если ты 2 недели ничего не делал, да, все, ты начинаешь все сначала, мускулатура и все связки, все останавливаются, они замерзают. Тебе все нужно вырабатывать опять и опять. Отпуск. А что, нету отпуска у работников? Почти все работают в отпуске. Если ты приходишь через месяц, это уже
все, покамест, и две недели войдешь в эту опять колею, все начинает опять разрабатывать. Да, это вот такой процесс. Ковид сделал очень большой вред. И очень, как я встречаю танцовщиков на улице, ой, что делать, как удержать, как вообще, какое будущее у нас, где будущее, да, вот это очень важно, это критический момент. Здесь на этом Балтийском тоже концерте «Звезды Балтийского балета», да, ну, удержали, но когда начинается сезон, уже нужно много недель, чтобы обратно войти в форму. Да, в танцевальную форму. Ну, да, так все-таки мы работаем. Америка едет по Америке. Америка едет по Америке со своими спектаклями, да, и, может быть, это будет один из первых таких выездов в другие страны, как они говорят, они очень хотят сюда приехать и опять, и так. Конечно, сложно с ними. Complexions – это такой райдер технический, они прислали, что это невозможно, это в Балтии вообще невозможно сделать. Например? У нас только в арене Риги, может быть, что-то, если купить, я не знаю, аппаратуру световую и сценические эффекты всякие, чтобы то, что они хотят, чтобы... Ну, мы пытаемся найти общий язык с ними, да, чтобы найти какой-то консенсус с light design, да, это со светом, да, и все. Ну, попробуем это сделать. Попробуем это сделать. При этом, насколько нам известно, они дадут несколько мастер-классов. И мастер-класс 6 числа, мастер-класс в 16 часов. Талес Сила танцевальная академия, это на Вальдемара 5, новая сцена, как они говорят, да, и там будет мастер-класс, но это уже будет для людей, которые что-то умеют. Не так, что я хочу, и вдруг хопс, и эти гении тебе показывают, бросают золото или жемчуг тебе на ноги, да? Нет, это будет для тех, которые любят танцевать, у которых есть уже какой-то базис, да. Вот, да, ну, для профессиональных, да, исполнителей. Да. Скажите, пожалуйста, а тяги и любви к танцам, наверняка же вы заметили, что последнее время, летом, минувшим летом, появились танцевальные группы в парках и на площади возле Национального музея исполняют бачату группами, вечерами собираются. Как вы к этому относитесь? Очень вот позитивно. Вдруг родившейся любви к этим латиноамериканским ритмам. А нет другого выхода вообще тоже. Люди хотят двигаться, да, сколько ты можешь сидеть. Вам тоже нужно двигаться, вы же тоже тут говорите. А потом нужно подвигаться, чтобы хорошо говорить, чтобы мозг работал, чтобы кровообращение было бы лучше, да? Ведь это процесс такой общий, так что я могу давать вам и экзерсис, да, который вы бы могли так себя завести в такой технической хорошей форме. Жаль, время наше на исходе, а то, конечно, бы два слова. Во Франции, в Лионе, национальная опера, там такие большие колонны вокруг, да, надвес такой над ними. Я говорю, что там происходит? Музыка, такое рок, поп и всякие разные музыки. Все тренируются вокруг. Но это только колонны спереди, как у нас в театре, только там вокруг театра Леона. Все хип-хоп, всякие другие стили, они все тренируются, радуются, танцуют, дают такие концерты всюду. Вот, пожалуйста, это Какой замечательный пятничный гость. Фестиваль Балет. Да, наверное. Замечательным пятничным солнечным настроением. Итоги. Спасибо вам огромное. Скажу, с 1 по 12 октября весь этот праздник к нам придет в город. И не только в наш город. А к нам в гости сегодня пришла Лита Бейрис, директор Балтийского международного фестиваля балета. Конечно же, информация вся чуть позже появится на портале Mixnews.lv со ссылкой, с описанием и даже с трейлерами. Прекрасно. Радио Балткома.